Копия флага Чувашии будет храниться в Шотландии. Сегодня руководитель региона отправил туда посылку с государственным символом. Это ответ на письмо, которое пришло в адрес Олега Николаева от студента из Шотландии. Вот это вот древо означает, что мы объединены. Средняя линия – это обозначает, что вот как раз чуваши, которые проживают, вот эта вот часть, те чуваши, которые проживают на территории Чувашской республики. А остальные – это которые за пределами Чувашии. И они все объединены едиными корнями и единым стволом. Изучение флагов стран и республик – хобби Николаса Холла, студента старейшего вуза Шотландии Сент-Эндрюсского университета. Он коллекционирует флаги и изучает традиции народов. Поэтому Николас написал письмо в Чувашию с просьбой выслать государственный символ республики. Я уверен, что ваш флаг внесет значимый вклад в мою коллекцию, и я вижу по символизму, который заложен в нем, что это значимые вещи. В Шотландию отправят флаг Чувашии, сувениры с государственной символикой, а также поэму «Нарспи» на трех языках – чувашском, русском и английском. Такой интерес к нашим символам вдохновляет, радует. Мы должны делать еще больше, чтобы Чувашия была заметна, Чувашию видели. И самое главное, не стесняясь, продвигать всю нашу красоту, начиная от символов, заканчивая иными нашими достижениями и богатствами. Копия чувашского флага отправилась и в США в ответ на аналогичную просьбу молодого коллекционера.